Добрый день, меня зовут Юрий, я тренер компании Panasonic. В этом ролике мы обсудим новый модельный ряд электробритв Panasonic с линейным двигателем. Но для начала давайте ответим на вопрос, что же клиентам важно при выборе электробритвы? Частота бритья, скорость бритья. Чтобы не было раздражения. Рассмотрим новый модельный ряд премиальных сеточных электробритв Panasonic серии LV и LT. Бритвы имеют премиальный дизайн, идеальную эргономику. Корпус всех моделей, кроме LT2, металлический. Модели серии LV имеют пятисеточную бритвенную систему. Серия LT оснащена трехсеточной бритвенной системой. Модели серии LV и LT оснащены мультиподвижной плавающей головкой. Это позволяет бриться с большим удобством. Головка бритвы повторяет контур лица. Бритье получается максимально быстрым благодаря линейному двигателю. Он развивает скорость до 14, либо 13 тысяч оборотов соответственно. Причем эти обороты постоянны и не зависят от оставшегося заряда аккумулятора. Обороты выбираются оптимально благодаря сенсору определения густоты щетины. Лезвие – это важнейший элемент бритвы, который влияет на частоту бритья. Лезвие электробритв Panasonic изготовлено из высококачественной японской стали, из той же, из которой изготавливаются клинки катана. Угол заточки лезвий 30 градусов. Это позволяет делать бритье очень быстрым и чистым и срезать волоски у самого основания. Лезвие триммера изготовлено из высокопрочной нержавеющей стали. Угол заточки лезвий 45 градусов, что более чем достаточно для длинных жестких волосков, которые триммер срезает. Важным изменением в конструкции сеток стали специальные ролики в моделях LV. Они увеличивают площадь соприкосновения электробритвы с кожей, тем самым снижая раздражение. Все электробритвы Panasonic могут работать во влажном режиме, а также обеспечивать процесс бритья с пеной. Для этого их корпус сделан полностью влагозащищенным. Рассмотрим, чем же отличаются модели друг от друга. LT2 – это шикарная модель с трехсеточной бритвенной системой и линейным двигателем, который позволяет бритве работать со скоростью 13 тысяч оборотов в минуту. Более старшая модель LT4 в дополнение имеет более функциональный дисплей, который показывает остаточную степень заряда. LT8, кроме этого, имеет базовую станцию для чистки и зарядки бритвы. Переходим к серии LV. LV – это серия бритв с пятью сетками, также линейным двигателем, имеющим, однако, большую скорость – 14 тысяч оборотов в минуту. При этом старшая модель дополнительно имеет блок очистки и зарядки. А теперь давайте протестируем новинки. Добрей на земле не найти. Добрей, продобрей, стриг и брил зверей. После той чудесной стрижки кошки были словно мышки, даже глупые мартышки походили на людей. Можно сбрить бороду при помощи новой электробритвы Panasonic. Для этого мы используем таймер. Ставим секундомер на старт. Поехали. Поскольку щетина сильно отросла, изначально используем триммер.
А теперь проходим сеткой. Таймер показывает 2 минуты. Подведем итог. Электробритва Panasonic обеспечивает максимально быстрое, чистое и безопасное бритье. Спасибо за внимание.